Рассказать вам анекдот про израильскую армию. Значит, вот молодого солдата спрашивают, если на тебя идут там, ну скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму, значит, гранатомет, буду защищаться. Молодец. А если вот самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: «Господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии?»